Всем доброго времени суток, с вами Жи, и сегодня вместе с вами мы откроем первые 18 контейнеров, которые выпали нам в игре Overwatch. И заранее прошу прощения у вас за то, что, возможно, некоторые финтифлюшки я буду рассматривать какой-то промежуток времени, связанное это с тем, что игра для меня новая, не так давно начал в нее играть, и это просто для меня интересное, что-то новое, и хочется немножко это рассмотреть. Ладно, ребят, без лишних слов, давайте начнем вскрывать те самые заветные коробочки. Итак, друзья, первый контейнер, погнали! Какие-то две синие финтифлюхи, облик на новую героиню Сомбру, прикольно, и какие-то две штучки обычные, коммоновские. Кому шашлычко? Ладно, погнали дальше. Опять победная поза на вдову, довольно-таки забавно. Ладно, ребят, погнали дальше. И облик на Симметру. И три коммоновские какие-то штуки, две гравити и реплика. Все когда-нибудь умрем. Оптимистично, оптимистично. Опять-таки, облик на Сомбру, второй. Забавно, как-то странно выпадает, но да ладно. Погнали дальше. Первое, что-то более-менее ценное, и что это? Демонстрация эмоций. Прикольно. Драйв. Забавно. Особо еще не пробовал играть на турбо-свине. Так, еще валюта какая-то выпала. Ну, все эти штуки, наверное, можно купить за валюту. Ладно, дальше. Две рарки, две комонки. Что это у нас? Победная поза. Граффити. И значок, и граффити. Ничего интересного. Ну, особо ничего интересного, посмотрим, что. Самый крутой! Да никто не спорит, чувак. Первые 18 сундуков и уже дубликат, ребят. Забавно. Облик Рейнхарда вот такой, не сильно он отличается от оригинального. И какие-то кономские штуки, давайте послушаем. А, нет, что-то слушать, три граффити. Значок, реплика. Дай-ка я сожму тебя в своих медвежьих объятиях! Ми-ми-ми-ми-ми. Дальше. Ничего интересного, три граффити и какой-то значок. Немного валюты. Демонстрация. И реплика. Ты меня раздражаешь. Я уже понял. Это, наверное, мысли зрителей сейчас. Так, далее. Валюта и какая-то мелочь. Ничего интересного. Осталось последних 5 контейнеров, и должен сказать, что ничего интересного особо не выпало. Ну, в принципе, ладно, это всего-то первые 18 контейнеров. Может, для нубасов, которые только начали играть в эту игру, ничего такого крутого и вначале не выпадает. Забавно. Демонстрация эмоций опять-таки на турбосвина. Ничего не понял, что он сделал. Понятненько. И облик на Макри. Особо-таки не отличается от обычного. Ну, может, в чем-то разница и есть. Далее. Победная поза на Анну. И облик
на Ханзо. Последних три контейнера, ребят. Ничего любопытного. Красавчик, конечно, красавчик. Но опять-таки, ничего любопытного. Следующий. Давайте послушаем. Ты всего лишь человек. Да никто и не спорит. И последний контейнер, ребята. Вкушают две команки и две рарки. Да, ребят, опять-таки ничего интересного. Мастер славится своими комментариями и своими репликами. И, впрочем, ребят, все. На этом все. 18 контейнеров мы открыли. Все, что у нас было. И сказать, чтобы что-то интересное нам выпало, так, по-моему, ничего интересного и не выпало. Разве что там на турбосвина какие-то забавные эмоции. Ну, тут все эмоции забавные, в принципе, по-моему, у каждого персонажа. Ладно, ребят, на этом все. Собственно, если вам понравился данный видеоролик, поддержите его лайком и подпишитесь на мой канал. А с вами был Жи, ребят. До скорых встреч, друзья. Не болейте и пока-пока.